А вот сама репа. Ой, какая классная репка, да? Привет! Привет, и мы на канале Мисая Лана. И мы сегодня открываем сказку про репку. Да, мы открываем вот такой набор, детский кукольный театр. Мы еще не знаем, что там внутри, но там сказка про репку. Сейчас мы откроем, посмотрим, покажем все. И расскажем сказку, да? Да. А здесь вот. Ну, там вот показывается, какие здесь сказки еще есть. Коллекции, да? Да. Кукольных театров. Вот. Это только у нас. А у нас репка. Да. Здесь еще про колобка есть. Угу. Сможешь открыть, Алана, или мне помочь? Нет, сейчас попробуем. Нет, не могу. Мы убрали пленку. Теперь. Ага. Алана. Открывай, посмотрим, что там внутри. Ух ты! Вау, как настоящий театр. Угу. Надо вот это вот тащить. Крошка. Мышки. Все. Угу. Это, получается, наши герои, да? Нет, это тоже, да? Картинки наши, которые надо все, наверное, вырезать, да, это все? Ага. Я попробую вырезать. Так. Это все почему-то много героев у нас. А вот здесь вот даже текст есть сказки. Сказка. Сказка репка. Кажется, это наклейки. Вот это наклейки, кажется, лучше. Угу. А вот это, кажется, тоже клейки. Это должны быть вот такие. Это вот это надо вырезать. Да. Вот это надо вырезать. Вот такие картинки у нас есть. Где? А я знаю такую сказку. Угу, конечно. А это что за палочки? Ну, это же для кукольного театра. Точно. Такие палочки. Чтобы наших героев, получается, посадить. Стояли, да, наши герои. Да, держать, чтобы наши герои. А вот сам кукольный театр. Театр. Итак. Вот идет инструкция. Детский кукольный театр. Правила игры, схема сборки ширмы и персонажей. Вот. Все здесь расписано. Ну вот, мы установили наш кукольный театр. Ширмочку вот эту. И сделали одного героя, да? Вот мы, получается, у нас на картон вырезали всю эту фигурку дедушки и наклеили на другую сторону вот такую наклеечку, а внутри поставили палочку специально, да? Чтобы вот так держать. Да, за ширмой, да, вот так вот. И сейчас расскажем вам сказку про репку, а расскажет ты нам Айлана. Мне не терпится рассказать. Здорово. Дед посадил репу. Репка выросла большая-пребольшая. Тянет-потянет, вытянуть не могут. Зовет на помощь бабку. Бабка, бабка, помоги мне репку вытащить. Иду, иду, дед, помогает репку вытаскивать. Бабка за репку, дедка за репку, тянет-потянет, вытянуть не могут. Зовет внучка, внучка, помогай нам, будешь помогать нам репку вытаскивать. Иду, бабушка. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянет, потянет, вытянуть не могут. Зовет внучка жучку. Жучка, жучка, гав, гав. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянет, потянет, вытянуть не могут. Зовет жучка кошку. Гав, 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 гав. Мяу,
внучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянет, потянет, тянет, потянет, вытянуть не могут. Зовет кошка мышку. Мяу, 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 пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Прибежала мышка. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянет, потянет, вытянули репку. И съели репку. Репка была вкусная и полезная. На этом сказке конец. А кто слушал, молодец. Тот не слушал, огурец. Классная сказка у нас получилась. Айлана, покажи наших всех героев. Вот репа. Где наша репка, самое главное? А вот сама репа. Ой, какая классная репка, да? Дальше у нас бабушка. Мы сделали бабушку еще. Покажи ее отдельно. Угу. Еще мы внучку сделали. Вот. Жучку сделали. Ну, потихоньку, потихоньку показывай, чтобы нам видно было. Давай. Вот кошка. Вот кошка у нас такая вот. Жучку еще раз покажи. Давай. Вот она. Жучка у нас такая вот. Угу. Вот это сама палочка. Да. Как была там в коробочке. Угу. А вот мышка. Мышка вот такая у нас. Красивая, да? Как палочка мороженая. А вот другие палочки. Да. Вот такую внучку мы сделали, да? Да. Внучка самая красивая. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Классно, да, рассказывать сказки? Да. Теперь ты будешь рассказывать сказки нам? В следующий раз другую сказку расскажем. Да ты что? А вот другая палочка. Вот такая у нас еще есть, где все герои, получается, когда собираются и вытягивают нашу репку, да, Илана? Да. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянет, потянет, вытянули репку. Угу, молодцы. Классная, да, Илана? Да. Понравилось тебе мне все? Мне очень, мне все понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось, да, Илана? На этом сказке конец. Тот слушал, молодец. Тот не слушал, огурец. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы с Айланой. Пока-пока. Пока-пока.